Ни для кого не секрет, что максимальное количество микроэлементов и витаминов содержится именно в смузи, которые приготовлены летом и осенью, когда у нас на столе свежесорванные фрукты и овощи. Итак, давайте приготовим осеннее смузи из груши, яблока и винограда со шпинатом, имбирем и лимоном. За час до приготовления смузи завариваем зеленый чай. Температура воды для заваривания чая 80 градусов, чтобы чай сохранил свои все полезные свойства. Берем виноград, очищаем его от веточек и складываем в блендер. Если виноград содержит косточки, я их не удаляю, потому что в перемолотом виде они очень полезны для нашего организма. Груши и яблоки измельчаем и помещаем в блендер. Потом кладем листья шпината. Пятьдесят грамм имбиря очищаем и натираем на мелкой терке. Также выжимаем сок половинки лимона. Не забываем добавить наш зеленый чай. И вуаля, наше смузи готово. Так как наше смузи обладает очищающим кишечник и мочегонным эффектом, его лучше употребить до 6-7 вечера. Всем приятного аппетита! Будьте здоровы!